Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в Винтарне на горячие источники. Решили покупаться в горячей воде. Смотрите, здесь народу море. Просто, видимо, праздники, все тут это. Ну, в общем, вот сейчас Женя сделает обзор. Вот он такого плана выглядит. Вот первый бассейн, как бы считается, детский. Вот мама у нас плавает, смотрите. А там далее уже идет большой. Сейчас Женя снимет обзор, покажет. Пошел. Всего тут идет три бассейна. Один для детей, другие два для взрослых идут. Один даже не наполненный. И вот, получается, я прошел. Вот я шел от оттуда. Плюс два, то есть раздеваюсь и быстро в бассейн. Всякие шлепать. И будем ходить по щебню. Ой, как холодно. О! Только не забудь эти ключи в кармане. Закроешь машинку. Просто положишь, смотри, куртку сюда и так не закроешь. Я пошел. Огром. Закончилось наше купание. Так-то хорошо, когда выходишь из воды, немножко прохладно. Хочу сказать, что на этом мы завершаем наш ролик, наш эфир. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, пока, до новых встреч.